В Украине на правительственном уровне обсуждается вопрос о легализации однополых браков. Положение значится в плане по реализации национальной стратегии в сфере прав человека. Как следует из документа, Кабинет министров хочет до конца следующего года написать соответствующий законопроект. Как ожидается, в нем будут отражены имущественные и неимущественные права партнеров, содержание одного партнера другим в случае потери трудоспособности, право не свидетельствовать в суде против партнера. Напомню, осенью Украина утвердила поправки в трудовом законодательстве, запрещающие ущемление прав людей с нетрадиционной ориентацией при приеме на работу. Это один из законов, принятия которого требовал Евросоюз для безвизового режима Украины с ЕС.